Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять топовые акции. Сейчас я их позабираю, пооткрываем плюшки. Сегодня бешеный рынок. Посмотрим, что нам упадет. Сейчас пару сек, потому что надо все забрать. И будем трешевать, пробовать выбить, как обычно, огнекрыло с яиц. Самое пока минимум, за сколько я его получил, это у нас получилось где-то около 69 попыток, считайте, 6 паков, где-то так. За 6 паков мы смогли его выбить, хотя мы его, в принципе, собирали, покупали за 5 на рынке, прошлые выходные можно было собрать. Сегодня я не знаю, как получится. Сейчас посмотрим на рандомчик на моем аккаунте. Обнова, короче, будет огонь, просто, не знаю, не перестаю удивляться, будет очень много сложностей, очень много вопросов. Но оно того стоит, но со стражами надо будет разбираться очень долго. Возможно, у нас что-то поменяет, потому что я больше чем уверен, что будет очень много недовольных людей. Так, сейчас, секунду. Тут мне поприлетало. Ладно, давайте заберем это. Получить. Вот так вот, сколько мы забрали. 4 пака. Остался еще один. То есть, как видите, священного огня уже на аккаунте хватает. Можно будет опять сейчас трешевать, ставить другим героям, которых я менее использую. Потестим, поставим. В общем, куча всего. Это еще не все. Мы только 40 забрали. Ничего себе. Вместимость склада у нас уже на максимуме опять. Да что ты сделаешь? Так. Забрать, использовать. Жизнь, боль, в общем, ребят. Не хватает опять места. Еще дополнительно. И сейчас еще один пак заберем. И пойдем трешевать дальше. Все, вот я забрал весь базар. Вот такой вот базар, есть камни на роллинг. Я буду их копить, не хочу открывать. Уже открывал много раз. Поменяются награды, я вам покажу более прикольные роллинги с этими камнями. Можно собрать почти седу, не знаю почему, 30 осколков всего сделали, душек отдали скины. Сейчас прокачаем топовые сундучки, куча ожив. Самое основное, из-за чего, это разброс, тоже позабирал, буду делать 7-й сет, ну и священный огонь плюс вот эти вот сундучки. Так, окей, давайте сейчас побежим. Что у нас тут есть? Найм редких есть, усилить покупку есть, дают сегодня дополнительно за каждых 400 кулаки дают. Так, разбей яйца. Получается, за большой пак вы получаете 12 кулаков. Чарующие изменения, чары. Возможно, чары, кстати, сейчас паролим опять сокровищница на трату. Также бог грома есть, но он не особо интересен мне уже. Поехали бить яйца. Так, 103 попытки, ребят. Заклинательница, Асура, Огнекрыл, Всадник, Рина, Бигфут. Возможно, у нас завтра будет обнова. Не знаю, посмотрим. Так, ну, я что-то вангую, что даже за 100 попыток нам ничего не упадет. Хотя все может быть. Так, миф сундучок. Интересно, кстати, посмотреть, кого там сегодня нам дают в сокровищнице на трату.
Так, кристаллы. Но Китай как-то яйца получше. Я не думал, что у китайцев яйца круче, чем наши русские, но все-таки там они круче, там более плюшки дают достойные, чем у нас. Так, триантик первый есть. 21 яйцо. Бигфут сразу же. 22, ничего себе. Поехала жара. Кто смотрел, я тоже выкидывал видос. Я у себя был, выбивал огнекрыло прошлые выходные. Там тоже так же падали герои очень часто с самого начала. Так. Но если вы хотите 100% уверенно собрать, играйте лучше. На базаре покупайте паки, собирайте осколками это все дело. Так, призрачный третий герой. Идем на рекорд, что ли? Ну, баранки гну. Так. Восстанавливаем по чуть-чуть самоцветики. Так, кристаллы. Плохо, что нельзя сразу три, было бы тоже намного удобнее и быстрее, чем вот это вот жмакать каждый раз одно и то же яйцо. Учитывая то, что рандома здесь никакого нет, уже эти схемы давным-давно выкрали, что есть забюнденные, там кому-то падает вот заклинательница, отлично. С определенных попыток это уже было доказано, то есть кому-то в этой акции там может с 250, ну, 250 попыток упасть топовый герой, а кому-то может за 60, там за 100 даже падал не один раз на разных аккаунтах в один и тот же день. Поэтому есть разные варианты. К сожалению, рандома здесь нет. Ну, в принципе, как и в любой игре, в любой рулетке, которую вы играете, это чисто разводняк. Вопрос только в сумме денег, за которую вы получите героя. Асура, вот так вот. Ничего себе. 54 Асура. Остался у нас кто? Рино? Да, остался один Рилу. Триант. Вот, пошли по второму кругу. Оп-оп-оп. Почему так огнекрылы не падают? Как трианты, например. Ну, что у нас будет? Рино 60-е, нифига себе. Все, остался один огнекрыл. Так. Ну давай. Шестьдесят восемь. Огнекрыл. Сущность тут 190-го рыцаря. Не везет, не прет, не прет. Золотой ключ. Так, не крыл, это именно тот герой, за которым стоит подонатить, повоевать, если есть возможность побегать, пособирать сундучки. Потому что оно того стоит действительно. Все остальные герои, как бы, после выхода Огнекрыла ушли на вторую роль. Он просто может один там шатать пачки топов. То есть варианты разные сборки есть, и этого героя будет вполне хватать. Так, окей. Кристаллики. Что, на сотой упадет? Так, самики.
Я так сидел и считал, а что бы было, если бы я выбивал с каждой акции до конца всех героев? Сколько бы у меня их уже накопилось? Да, видите, сотого тоже не упал. Короче, в общем, где-то, я думаю, 120-е, как минимум, на сегодня. Нифига, 103 попытки, нифига. Вот так вот. Сейчас пойду расплачусь. Так, окей. Окей, что у нас еще есть? Чары я потом посмотрю. Усильте покупку. Так, понятно все. Забираем плюшки, получить. Ну, вот так вот. Не знаю, хорошо, плохо. Но, в принципе, неплохие герои упали. Как для начинающего аккаунта, но не моего. Опять места не хватает. Да что ты сделаешь-то, а? Надо посливать эти синь-зелень. Не положено им быть на таком аккаунте нигде вообще. Так, окей, забрали. Получить. Так, 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 так. Есть. Ну что, поехали, подкрываем теперь плюшки. 105 тысяч кулаков. Уже неплохо. Так, это можно открыть. Так, скин. Скин душегуба надо прокачать нам. Где там наш душегуб? Он у меня, по-моему, еще не докачанный. Да, уже все, последний. Улучшить. Десяточка. Джимми. Джимми Джинни, так, есть. Это мы решили. Карточки мы оставим до обновы. Паролем новые талантики, коробочки тоже. Так, ну вот есть священный огонь. Прошлый выходной пак был. На следующий, возможно, тут новый талант. Хотя вряд ли у нас обычно дают это спустя месяц. Так. Карточки. Ну что, поехали, топовые сундучки. Сразу 10. Тык-тык-тык-тык-тык. Еще 10к кулаков. Каменка, рунки и коробочка. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Опять начинают самики на коробке копиться. Будем открывать миллион. Так. Ну вот это самые топовые, которые есть. Я в них чисто ради Точнее, синих кристаллов раньше играл. Сейчас мне синие, по сути, уже не нужны. Ну, в принципе, возможно, дальше где-то будем использовать. Но судьбу ту же самую. Поехали. Открыть 10. Ну, такое себе. Воодушевление, карта. Куча ненужных рун для меня. Вот еще одно воодушевление. В общем, вот так вот. Не прет мне что-то на эти сундуки. Не знаю, почему. Ну, что-то это не мое. Так, это сундучки лабиринта у нас копятся уже. Так, поехали здесь. Надо еще скин Варлока добить на десяточку. Вот рунки падают, тоже неплохие плюшки. Возможно, уже Асуру скоро соберем. Так, ну а сумки Огнекрыла я оставлю. Будем их копить для открытия. Посмотреть шанс. Может, пару штук сразу соберу. Так, окей. Что у нас еще есть такого интересного? Саты я потом пооткрываю. Докачаем сейчас скин. Отлично. Десяточка максимальный. Ну, еще немножко осталось. У нас будут скины уже. Тоже большинство прокачанные на максималку. Так. В принципе, вроде как бы все. Пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Ссылочка Огнекрыла в описании. Чекайте
видосики с обновы, очень много всего интересного. Все, всем пока, всем удачи.